доверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты.1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Сейчас хорошо.